Приветствую вас, друзья. С вами Валюк, и мы продолжаем играть в Avorion. Итак, забрел в какую-то я тут систему, нашел астероид, самое главное, но еще нашел свои истребители. Он, типа, пишет, для... надо состав данного истребителя полон. Типа, я должен то ли освободить эскадрилью, ну-ка, давайте попробуем. Они вот тут летают. Тут у меня уже тотальное производство. Так, это майнеры, походу. Вот сюда. Где второй-то? Полная кибитка. А, они залетают. Отлично. Из одной эскадрильи в другую. Вот, отлично. Подобрали истребители. Откуда они здесь? Я в этой системе, по-моему, даже не был. Но они здесь летают. Так, а тут что? Это что такое? Кого-то нету. Это ксианинские истребители. Добывающие истребители из неонитов Форс. Редкие, но они... Ну так, пока пойдем. Чего тебе? Криус опять... Криус сейчас скоро полетит, и я из него сделаю станцию. И репейр на нитовские. Они меня чинят, вот эти вот истребители, но не чинят никого более. Не получается. Так, ну чё, все по-доброму. Кого-то не хватает, что ли? Вот, давай. Камон. Ты куда? Алло. Эй. Домой, я сказал. Домой. Домой. Так, пора брать быка за рога. В этой системе я астероидную шахту сделаю, но здесь так торгуется ресурсами. Но потом. Я накопил немножко денежек, 16 миллионов, на продолжение производства рядом со станцией Void. И, кстати, переименовать будет на Water какой-нибудь. Он же производит Water. Water. Я хочу сделать кукурузную станцию, которая делает кукурузу, чтобы там с фракцией коровочная фракция. Да ладно тебе. Не хотят истребители залетать. Корабль стал больше и красивше. Я считаю, что он красивше. Прям намного красивше стал. Сейчас я захвачу астероид. И полетим строить кукурузную станцию. Кстати, хочу сказать, модуль... Ну, полезный иметь вот детектор объектов, сканер нормальный для того, чтобы исследовать эти вот все скрытые массы, потому что там дохрена астероидов, которые мне нафиг не нужны, я их продаю. Я тут полетал, попрыгал и все. И все, все, а все, все. Захватил, кстати, пиратский корабль. Вот такой вид. Я из него сделал добытчика. Он довольно-таки большой, я говорю, заместимостью большой, с минимальными повреждениями, а там пластинки вот отсюда видно не хватает, и все. И он, в принципе, целый. Небольшой экипаж он требует. Это там, по-моему, с такой звездочкой, типа, не помню. Класс корабля пиратского. Так, этот астероид я не продам. Нет, это будет мой. Мой. Или сразу здесь себе станцию заложить. Ну, здесь производство никаких, зато есть купли-продажи. Вот так жалко. Зато здесь можно какое-нибудь свое производство организовать и торговать. Надо пометить систему. Корабли числа принадлежности.
Добавить заметку. Астероид. Ой, еще на английском. Астероид. Отлично. Теперь шагаем к Void. Void здесь, я там. Офигеть. Все, варпаем туда. Тихо. Надо пригласить Криус. Что это такое? Пригласить Криуса для того, чтобы организовать из него станцию. Я думаю, мне хватит всяких деньжей, чтобы рефактор. Какого? Ну, короче, нормально, чтобы вид со станции был. Такой себе. Так. Вот ты. Так, это Стентон. А, у меня Стентон готов на закладывание. Здесь он коровки есть. И я к ним продаю. Можно, кстати, кислородную фабрику и кукурузу. Еще можно одну станцию сюда забубенить и продавать все туда. Теперь я хочу посмотреть. Где моя станция? А, ух ты. У нее задание появилось. Видать, у нее переполнено. Так, что у нее тут? Ангар полон. Надо новую эскадрилью. Истребители вернуть. Хочу сделать еще одну линейку производства, потому что ей, походу, дела не хватает, да, полный груз. С чистой водой. Не успевает она избавляться. Сделал под торговца вот этот корабль, который мы... Почему я не хочу, вот, одной из причин, почему я не хочу на астероиде базу от Coal Mine. Вот тяжело, знаете... Она хоть и продает что-то, а по-моему, ни хрена она не продает. Сделал вот этот корабль, где он? Вот этот, под торговца. Вот, сделал ему задание купить уголь на станции и продать уголь. В такой-то системе. Ни хрена он не продает. Туда-сюда прыгает. Только ручками. Почему ручками? Хрен его знает. Так, подожду истребителей, запущу линейку. Вот они, ребятушки! Летят. Да? Вот, не успели. Да, чертеж производства. Все отлично. Итак, еще один корабль. Сейчас я его сделаю. Блин, вот они все дружественные. Я с ними заключил союз. С этой фракцией. Хорошие ребята, всем советую. Так, вот коровки, вот поближе к коровкам. Сейчас я им сделаю станцию. Чё тебе? Так, заложение станции. Нам нужно... Газораспиратель. Вот кислород, кстати, может собирать. Так, фабрика. Сейчас поищу. Ну вот здесь есть куча станций всяких, вот, производства. Требуется что-то. Вот, базовые фабрики, они что-то производят. Кристалл ферм. Мне нужна ферма кукурузы. Допустим, кукуруза ферма. Требуется вода, энергетический элемент. Вода есть. Я могу ее отправлять. Что, короче, можно тут тотальную линеечку построить. Немного это стоит, всего лишь. А вот что мне нужно, чтобы сделать кукурузную ферму. Да, где я ж только что тебя видел. Молочная ферма есть даже. Офигеть. Овцеводческая ферма.
Вот. И энергетический элемент. Это нужно сделать солнечную электростанцию. Вот редизайн. Редизайн. Сейчас нажму. Сделаю я из трения, потому что трения до хрена. Такая вот красивая. Сколько? Ужас. Ужас. Давай поменьше. Не глючим. Сейчас вернемся. Да, конечно, ценник. Прям ужасный. Давай, объем поменьше. Прям на минимум. $26. За что? Вот за что? Вот 15 миллионов. Я хотел сразу и вторую купить. Ай, придется все самому делать. Это действие необратимо. Да. Добро пожаловать на станцию солнечную. Надо ее тотально переделать. Вот прям тотально. А, там же инопланетные корабли напали. Ну, сейчас я вот из этого всего сделаю грузовые отсеки. Так, вот что вышло. Солнечная электростанция, так солнечная электростанция. Все, нифиг, мозги делать. Немножко кривоватые панельки сделал. Ну ладно. Движки, главное, убрал, они так, чтобы беспалево. Я думаю, надо добавить грузовую трубу. Так. Давай, давай. Вот сюда, вот так вот. Типа стейшн, и все нормально. Ура. Сюда поставить клон отдельно. Уже похоже, да, что-то на станцию? Электричество у нее есть. Клон отдельно бы поставить, потому что здесь не нужны... Чего тебе? Предупреждение, член экипажа будет списан. А, мне это удалить. Не нужно. Щиты. Появились щиты. Клон капсулы. Нет, ну пусть работает. Как говорится. Обменять товары. Что у нас тут? Фабрика работает нормально уже. Ну, начинается. Сейчас я поправлю систему. Шейник генератора. Вот это. И аккумуляторы. Вот так вот. Ну, поскольку мне они нафиг не нужны. И транспортер бы поставить хоть какой-нибудь, но не выходит вот совсем. Вот эту штуку поставлю. Отлично. Что тебе хватает? Energy. Требуется энергия 2, вырабатывается мало. Почему? Почему? Давайте вот такие поставлю. А, все, теперь прям с запасом. Все, смотрим производство. Газгага Спейс все заполнил, он груз. Да что ж ты будешь делать? Фабрика, фотоэлемент, такой фактория. И получение товаров здесь не надо. Покупка не надо, только продажи наши сами производим. На сектор напали пираты. Да что ж ты будешь делать? Дуглас, атакуй. Итак, что осталось? 8 лямов, как раз на еще одну станцию. Дабы снабдить союзническую фракцию с коровкой. Но здесь надо сначала сделать производство истребителей.
Это сейчас придется еще денег заложить. Да я вообще бы ее побольше сделал. Прям вот. Вот так вот. Масштаб. Фух. И сразу народ затребовался. Так, здесь бы поставить клонодельную. Ладно, пусть будет. Значит, так надо. Транспортерный узел. Я поставил. Прям маленький. Прям большой не нужен. Академия. Прям-пам-пам. И клон отдельно. Клон капсула. Что-то толстая клон капсула, конечно. 46 мест. Она такая не нужна мне здесь. Отлично. Отлично. Так, телефон. Доки. Что касаемо доков. Кстати, эти доки я сделаю из стринги. Так, потолще. Можно на всю ширину. Ха-ха. Вот. Сейчас попрет. Ого-го. Я тут нашел исследовательскую станцию. Случайно потратил 7 миллионов денег. Потратил на то, чтобы поменять точку возрождения. Круто было. Как-то не подумавши сделал. Ну ничего, сейчас еще пару. То есть сколько там, 5 лямов надо. Вот, соберем 5 лямов. Построим еще одну станцию. Прям буду развивать цепочку коров. Коровки. Серия кукуруза. Итак, что можно делать на исследовательской станции? А именно исследовать, создавать оружие, соединять модули и создавать оружие. Так, без границ. По типу. Ух ты. Да, по редкости. Есть редкие материалы. И вот из всяких материалов создавать крутецкие материалы. Спарная плазма. Вот, допустим, есть вот такая установка, такая, такая, ракетные установки. Я ими все равно не пользуюсь. Если я, кстати, так по транспорте крутую сделал, и пушечку крутую. Нет. И, в принципе, я думаю, если ты хочешь что-то вот прям мега одинаковое, то надо одинаковый тип оружия. Ракеты. Но там уже хрено знает что. Ну-ка попробуем. И получилась выдающаяся спаренная установка турель на 2 ячейки. И я избавился. И стоит она 213 тысяч. Круто. Так, теперь. Вот смотри. Рельсовая пушка. Вот у меня есть рельсы. Давай сделаем супер крутую рельсу. Рельсы. Где-то у меня еще были рельсы. Так, автоматическая пушка прикрытия. Или я ее продал? Вечно телефон трещит, когда... Вот когда я это... Того. Нету еще одной рельсы. Ну давай... А, надо хотя бы 3 предмета. Че бы совокупить? Вот встроенная орудие турель, аж 2 штуки здесь. А вот давай вот лазер строится. И предмет не мог этот различаться по рельсу больше, чем на единицу. Ага. Значит, надо что-то менее редкое. Лазер прикрытие. Давай, допустим, в ракетную установку. Все равно их не вижу. Опа! И спаренную установку турель экзотически вышел. Прям вообще. Плюс 31 к области. Область 24 километра. Плюс 116% урона. Урон ядрить, коптить.
219% стрельбы до перегрева. Охренеть, вот это у вас установка получилась, да? Вещь. И вот так вот можно прям... Вот рельсовая пушка, которая... Давай... Еще установка, которая есть. Откуда? Новые предметы какие-то. Так, предлагаю сделать Тесла, турели всякие. Вот болтеры, турели мне нравятся. Прям офигительный у них урон. Колоссальный просто. И плазма, турель для сноса щитов. А вот это вот все. Орудие тоже хорошая вещь. Вот орудие. 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 Можно еще одно положить, хочу заметить. И еще одну. Только где ее взять? Есть вот такое вот орудие. Но оно, наверное, мне нафиг пошло. Да. Слишком сильно различается. Но мы вот эти соединим. Или там еще что-нибудь соединим. И, допустим, добавим вот эту вот рельсу сюда. Чпок. Встроенная рельсовая пушка. Кстати, неплохой урон для рельса получился. У нее плюс 82% урона. Ну, это ж рельса. Так, плазма турель. Плазма это круто. Лазер прикрытия. И тут что у нас есть? Импульсное орудие. Ремонт турель. Ремонт турель можно продать. Либо как это использовать. И все, да? Импульсное орудие. О, у импульсного орудия есть шанс пробития щитов. Давай добавим эту возможность сюда. Прямо у меня его дохренище. Но это получится, наверное, импульсное орудие. Да. Плюс 135% до перегрева, 82 урона и 84% пробивания щитов. Вот это пуха! Короче, можно вот так вот ковырять и ковырять и... Очень крутые пушки делают. Просто. А давай садим рельсовую пушку. Вот это супер крутяцкое импульсное орудие. Что бы еще? Тут дешевые. Но... Плазма. Плюс 43% урона. Давай. Не хочу, чтобы вообще какая-то хренотень вышла. Я боюсь туда вот это все запихивать. А, это ксиник. Сейчас могу. Тесла, импульсное орудие. О! Утилизация. Против истребителей. Давай это еще до кучи. Чпок. Спаренное тесло. Короче, просрал я нормальную пушку и получил говно какое-то. Ну, рулетка. Блин, жалко. Очень и очень жалко. Такая пушка была бы. Ну, короче, можно насобирать мусор и просто сидеть. Это, по-моему, бесплатно вообще. Сидишь и собираешь все пушечки. Кстати, прохождение ворот у меня сейчас бесплатное. Поэтому корабль Крил сейчас полетит туда. А ворота бесплатные. А я пока ищу, где закупить истребителей. Кстати, здесь есть ценные предметы. Но вот почему-то мне до сих пор не показывают, где эти ценные предметы. Вот какой их... Мне же показано, что он будет мне показывать. Обнаруживает и подсвечивает все интересные объекты. Вот, отображает уведомление. А, ну написано же подсвечивает. Или подсвечивает на карте. Блин. Надо искать круче вещи. Так, ну у меня вообще на крутые астероиды глаз наметан. Они же прям... I'm profi. Professional. Ну-ка. Вот прям включаешь стратегический режим. И я не знаю, что здесь ценного. Может, ценный вот этот астероид какой-нибудь. Вот. Нет. Больше не приближает, кстати. Ну и хрен с ним. Будем дальше исследовать. Исследований прям
полно. Вот хоть облетайся, туда прыгайся. Желтый, всякие... Ну, я пока еще поблизости завод истребителей. Я тут могу так по известным, но там далеки. Далеко. Так, пока летаю в поисках астероидов, вот еще один астероид. Ух ты, молодец. Ух, продал золото. Так. Да тут еще и Ксатана. Ну, разберемся со всеми. И Ксатаны, и пираты. Только пиратов уничтожил уже и... еще пираты. Ксатаны летят. Ух. Здесь бы еще ломбы подобывать. Ну, не судьба. Ой-ой-ой. Вот они. Вот они, мелки. Подождут. Астероид мой. Я его продам. Установил себе, кстати, молнию пушку. Ничего такая. Ее бы улучшить всяких. И будет наказывать всех пиратов. Что ж ты, астероид? Так, забираем. Продаем. Дружественные фракции. Ладно, надо разбираться с товарищами. Но что-то нестабильно. Я начинаю стрелять, и у меня сразу FPS до десяточки падает. Странно. Вот вообще не воинственно нифига. Ну ладно, свалю отсюда. Миссию свою выполню. Не знаю почему, из-за какого орудия. Вот орудие выключаю. А, не, нифига. Странно, может сектор такой. Нафиг их. Слетаю сюда, посмотрю. Денежка потихонечку зарабатывается. Вот 2 ляма уже. Прям ничего так. Нормально. Сейчас валим и все. Кстати, можно поторговать. Здесь пока ничего нет. И я, кстати, везу шаттлы. Можно шаттлы выгрузить. Где там моя суперстанция? Water Station, Solar Station. Ух, сигать-то как далеко. Причем шаттлы я везу не простые, а размеры номер 7. Я еще начал производство истребителей. Вот шаттл. Скорость, маневр, грузовой отсек 7. Такие. Такие большие вроде. Итак, небольшие выводы хочу сделать. Coal mine. Станция по добыче угля. Вообще бесполезное создание. Она находится в другой системе и... ну, не работает она. Ну, не продает там. Никто не летает. Никакие торговые суда. Ничего не летает. Только для собственного производства в таких местах стоит строить станцию. Больше никак. А этот не возит. Вот он не возит. Могу поспорить, что он просто так до сих пор прыгает. Или там стоит. Нет, ничего проще. Просто там... ну, короче, он гад. Так, сейчас я отдам Solar Station свои эти грузовые шаттлы. И... вернемся. Поторгую чуть-чуть и переместить груз истребителя. Вот они, грузовой шаттл. Отлично. Все, эскадрилью я эту удаляю. А, не, не удаляю, тут у меня чертеж. Пусть строится, почему бы и нет. Страховой план. Ну, давай страховку купить. Купили страховку за лям. Нормально. Не полная страховка. Эй. Так. Пи. Ангар. Чпок. Чпок. А, сборочный цех нужен. Сейчас я... сделаю сборочный цех. Больше цех, быстрее производство. Повышает дальность. Так. Станция с водой полная уже. Блин, до сих пор. Чё, пошло производство истребителей. Неплохо так идет, прям вообще замечательно.
Так, и что там насчет... Плюс 20%. Офигительно. Недостаточно пилотов. Сейчас перекинем. Покупку у сторонних продавцов. Не надо ничего. Получение товаров. Так, ну и тут еще будет для фабрики кукурузы. Моей фабрики кукурузы. Будущий экипаж Академии здесь есть. Ее клонов мало. Пилотов. Давай. 12. Сейчас обучим. И сейчас Дугласа перемещу пилота. Дуглас. Экипаж. Неопытных пилотиков. Пусть хоть что-то летает. У меня там на Дугласе тоже пилоты есть, так что нормально. Короче, производство идет полным ходом. Я, кстати, забыл посмотреть. А, ПО транспортера здесь просит. Сейчас поставим. Простенькое. Типа пусть будет. Я долго, кстати, думал, как установить несъемным образом. Надо просто через правую кнопку мыши. Главное, ничего не сказано. В интернете нет. Блин, весь мозг сломал. Но потом додумался довольно-таки быстро. Так. Так. Пилотики здесь делаются. Мы получили сигнал в неизвестного источника. А, я хотел груз. Уже просто битком. Золото. В золото выброшу и руду выброшу. Это как-то... А, ну типа я выбросил. Поднимаемся на борт. Забираю я этот груз весь. Потому что у меня говна навалом здесь на корабле. Вино, ну всякие лом, рис, свинец, как-то магнит. Просто говна навалом. Так, осталось сделать станцию кукурузы. Положу я грузы на супер-пупер корабля. Продавать корабли, кстати, нельзя. Наверное. Либо я что-то не это. Так, судно в секторе. Никол Майн. А, переключится. А, не, смотри, здесь народ какой-то летает. Шахтерский. А вот это... Улетел. Не успел посмотреть. Так, вот, собственно, торговый корабль. Здесь ничего такого нету. Стоят плазменные пушки. Чисто для самообороны. Знакомый, да? Помните этот корабль? И как он преобразился? Кстати, места в нем не особо-то много. Что у нас вот это стоит? Стоит торговая штука. Да и в принципе здесь ничего не надо, ионизатор. Снижает урон, получаем антиматерию. Ну полезно, но что мне сейчас? А, вот так корабль. Ваш грузовой трюм пуст. Зашибись. Включаем обзор торговли. Маршруты не найдены. Купить у станции. Ух, как подешевело. А почему подешевело? Потому что никто не покупает здесь. Здесь даже задание есть. Хочется... Что там? С экипажем здесь на корабле. 18 лишних. Ну давай еще этих грузовых шахт. Ой, шахт. Шахт. Грузового трюма добавлю. Здесь еще вот так вот движки. Будет понтовый грузовой шип. Ну вот. Так, транспортер есть, вот полезная штука. Так, забираем весь груз. 1000.
тысячи с чем-то забрал. И прыгаем сюда. Сейчас посмотрим, сколько за одну катку получу я деньжат. Что ты будешь делать? Чтоб не врезаться в астероид. Так, глянем цену. Здесь полнится уголь. Купить там, продать станция абразив. Так, а не здесь уголь-то нужен. Продать станциями. Здесь нету угля. Маршрут тут, кстати, есть уголь, шахта. А, ну вот, фабрика стали. В чем причина? Маршрут есть. А, как бы ничего ни хрена нет. Стоп, еще раз посмотрим. С какой станции уголь, шахта С? То есть маршрут есть, а по моему маршруту нет. Тихо, заглючило что-то. Спокойно, игра что-то иногда бывает. Какие-то фигни мне выдает. Тикс. Прям крутяцкая стала уголь сталелитейная. Так, отлично, причалили. Обменять товары. Продать. Чем мне так полно всего продать? Угли и не требуешь, да? Или у меня нет с собой угля? Я уже взял. Вот уголь. Или не та станция? Здесь странно. Тогда, возможно, поэтому уголь не нужен. Обзор торговли. Здесь лом, а угли не надо. Уголь надо. Фабрик сталь эль. Вон она. Там продам. На это и не требуется. Хм, странно. Давай тебе продадим. Есть целый вкусный косар угля. Обменять товары, продать. Ой, вот уголь. 1068. Продать. О, 265 тысяч денег. Причем это свое производство. Просто свое. Так, ну вот пробую по отдельности приказы отдавать. Вот он полетел покупать уголь. Покупать. Если там, конечно, столько угля, это еще тот вопрос. Так, тяжелый шахтерский крутой бандит. Вот он летит. Посмотрим производство. А там нет столько. Столько угля нету. Так что он столько здесь не купит. Так, что там производство? 1600. Его бы ускорить. Вот если я собрался вот торговать, то корабль-то довольно-таки большой. Вот нет бы любое количество приобретений. Вот получено 20. Нет, не то. Давай, продавай. Вот, улучшим. Да, у меня так получается, до станции еще далеко, но. Плюс 20% цена. Доход. Утрачен средств, получен средств. Общий доход в продаже. Минус покупки. Поначалу фабрики требуют некоторых вложений. Мог не сразу начать приносить доход. Да это вообще не приносит доход. Вот, от слова совсем. Так, вот он ждет, пока купится. Посмотрим, понаблюдай дальше.
Так, проверяю продажу. Собственно, груз. Там пока товарищ запас 360. 360 грузу. Сейчас я выхожу. Через карту. Корабль. Продать товар. Уголь. 360. Продать. Ну. И он не знает, что ему делать. Он не продает. Вот в чем дело. Он просто не продает. Почему? Гад. Просто гад. Ну, не знаю. Такое себе. Думал, автоматически будет продавать, но он не хочет. Тоже мне торгаш. Не, решил немножко подобывать его. Истребителями. Прям две эскадрильи полные вылетели. 24 пилота полетели добывать астероид. Круто. Пополнение нашел большой, огромный астероид. Он обычно обнаруживается как ценный. И отправил майнеров на добычу. Вроде пиратики на него особо не реагируют. Тут я эскадрилью этих отправил. Ладно, верну их. Хотел одного уничтожить, но пираты пока не реагируют, потому что я добываю ценные ресурсы. Они типа ждут кого-то. Ну пусть ждут, я не буду мешать. Буду их игнорить, пока они меня не атакуют. Итак, подкопил я денежные вещи, точнее продал ресурсов. Снова у меня 16 лямов. И пора строить кукурузную ферму. Так. Поближе к коровкам. Где коровки-то? И коровки. Здесь зачем-то. А, буры включены, вся эта фигня. Так, где коровительная ферма? Так, окей. Заложить станцию 16 лямов. Кукурузная ферма. Ну-ка. Кукурузная. Требуется энергетический элемент и вода. Так, получится редизайн сделать. Интересно. Там поменьше масштаб, прям давай по минимуму. Вот. Итого. Сколько там денег? Так, давай из трения посмотрим все-таки. Прям такая небольшая станция выходит, но зато она, у нее вид хоть станции. Может даже немножко. Плата. Вот, итого 6 лямов. Давай переделать. Есть, у меня станция, похожая на станцию. Наконец-то. Куча народу убрана, куча народу добавлена. Поэтому сейчас понадобится сделать клоноделку, чтобы сразу там экипаж делался. Все-таки полезная вещь. Чем больше клоноделка, тем лучше. Клоноделка. Вот она. Отлично. Клон капсулы — это транспортер. Не знаю, он нужен, не нужен. Наверное, нет. Оставим его нафиг. И, конечно же, чтоб была возможность у этой станции обучать персонал. Возьму я Истриния, школу, академию. Вот так вот. 30. 30 народ. 30 народ, чтобы было. Все, нормально, я думаю. Отличная станция. А что с грузом? Грузовой трюм. Грузовместимость 12 тысяч. Ну хорошо. У меня наконец-то станция похожа на станцию. Так. Мне нужно. Производим оксиджен. Доставка товаров. Покупку у сторонних не надо, продажа сторонних.
доставка товаров на ферму крупного скота и получение. Так, вот с этой и вот с этой. Конечно же, нет грузовых шаттлов. А мне еще надо эти поставить. Ангары. Как же без них? Прям огромное место в ангаре получается. Убрать сеточку. Сейчас так заложим. Место для истребителей 33. Отлично. Теперь остался экипаж. Экипаж. Ух. Никого не хватает. Автоназначение. Сейчас все переею шлепается. Емкость. Здесь делай сразу 60 народу. Нужны пилоты. Которых нет. Что станции дать? Оборону. Дадим. Опа. И аккумулятор садится. Вот так вот. Прям видно, да, просело. Минус, минус станции. Делаем ей аккум покруче. Генератор покруче. Чпок. Вырабатывается 78. И аккумулятор чуть покруче, чем был. Опа. Все, требуется механик. Ну, они сейчас там... расфигачится. Щиты расходуют. Да сейчас нормально все будет. Все, уже кто-то пришел, но факторы-то не работают еще. Надо организовать доставку непосредственно на станцию кукурузы фирмы. А где моя? Где моя солнечная? Вот тут вода. Вода. Организуем доставку. Да ладно, продуктов нет. Офигеть. Улучшение. Кукурузная ферма. Позволяет станции при отсутствии собственных запасов активно запрашивать торговцев поставку товаров. Ту я не буду, чтобы они покупали у сторонних продавцов, потому что нефиг. Нефиг сторонних покупать, когда есть свое. А эту надо просто помощнее сделать. Вода полная. Полная вода. Поэтому она не добывает. Не успевает. А я еще и улучшил ее к тому же. Так, следующая станция. Фабрик. Ну, так не найдешь. Минус дружить, то что хрен что найдешь. Так, улучшим эту станцию. Здесь добавлю Крилл Дарк Спенс. Улучшение. Чтоб 3 производственных линии было. Джонни с грузом. Нормально. Так, теперь надо переименовать. Переименовать все-таки станцию. Как будет кукуруза? По-английски. Как будет кукуруза? Ну ладно, просто. Блин, хоть в Google лезь. Блин, ну вот надо вылетело с головы. Такое простое слово, а? Вот прям вообще... Любой узнает, что это и как оно. У меня вылетело. Бывает такое, крутится на языке. Corn Station. Окей.
Так, что у нас здесь? Здесь... Еще золото, да? Ну, хрен с ним, пусть будет ангар. Это в чертеж. И пусть производится. А ресурсов нету. Нужно железо, которого у меня нету. Поэтому у меня ни хрена не производится. Где мой Дуглас, блин? Так, надо шаттлов. Шаттлов или пилотов добавить на станцию. На солнечной есть, производство открыто. А, шаттлов на кукурузную ферму. Где-то есть. Вот она, моя кукурузная ферма. Далековато. Пилотов там нету. Никого нету. Эх. Ну, хоть станция на станцию похожа, наконец-то. А не... Ой, сорян. Да, небольшая такая, но... Ее потом можно увеличить. Переместить груз и экипаж. Отдать пилотов. Пока 12. Эскадрилья шаттл. Сейчас надо там запустить производство шаттлов. Так, П. Шаттлы. На место. Я из одного чертежика сделал. Иди сюда. Кс-кс-кс. И полечу за железом. Ай. Вот ты попробуй его поймай, а? Что ты будешь делать? Иди сюда. Так, как быстро вернуть истребитель? Надо просто отменить все. Доставка товаров на станции ферма. Получение, ладно, там мои шаттлы отвозят сюда. А кислород зачем? Мне здесь кислород не нужен. А, кислород. Вам на ферму скота тоже нужен кислород. Так, и получение. Ну, получение он своих свои отправит. Ну, нам это не надо. Так, покупка у сторонних. Ну, не хочется покупать. Воду и туда, и сюда надо. Просто нужно больше шаттлов. И все. Вот так вот, сейчас доналажу фабрику по производству кукурузы, станция есть. Будет скоро много-много денег. Всем спасибо за просмотр, не забываем ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Ну и, конечно же, писать комментарии. Немного гнусявый сегодня, ничего не поделаешь. Стоп. Всем пока.